Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 8 вечера на часах. И сегодня мы с вами поговорим о натуральном стимуляторе роста, который доступен абсолютно всем по цене. Это обычные хлебопекарные дрожжи. У меня приболели огурцы сорта Герман. Листики желтеют и вянут. Огурец дает нормальный вкусный урожай, но само растение, к сожалению, очень плохо себя чувствует. Его необходимо простимулировать. Для этого отлично подойдут обычные хлебопекарные дрожжи. У меня это самые дешевые быстродействующие дрожжи из ближайшего магазина. Берем обычную пол-литровую банку. Наливаем теплой воды, добавляем пару чайных ложек сахарного песка, высыпаем пакетик дрожжей, перемешиваем. Ждем примерно полчаса. Одна половина раствора у нас пойдет на обработку по листу, а вторая под корень. Для обработки по листу вливаем половину нашего раствора в пластиковую бутыль, доводим теплой водой до 1,5 литра, даем постоять еще полчасика, для того, чтобы дрожжи освоились на новой местности, и обрабатываем растение полностью. Очень важно обработать как верхнюю часть листа, так и нижнюю. Дрожжи абсолютно безвредны для человека. Употреблять плоды в пищу можно сразу после обработки. Для подкормки под корень вторую половину раствора в банке разводим в 10 литрах теплой воды и обильно поливаем всю корневую систему пациента. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!